Всем доброе солнечное утро. Ну, у нас, правда, уже не утро, у нас уже время обед. Сколько? Ну, час дня. Вот так выглядит боярышник за окном. Он очень красивый и двух цветов. Если получится, сниму его на улице. Это будет блог за первую половину октября. Покажу, что у нас случилось за эти 2 недели. И расскажу. А пока что всем хорошего дня. Мы опилили деревья, назовем это так. Розочки до сих пор еще цветут, хотя, у нас сегодня был очень сильный мороз. Посмотрите, она цветет. На ее видно, что прихватило морозом. Эти розочки тоже цветут. Хризантемки цветут потихонечку. А эти морозы. Ой, а эти цветы все же убили морозом. Убила морозом. На улице очень холодно. Сейчас вам расскажу последние новости. Из последних новостей, наверное, самое главное, 1 октября этого года погиб кот. Прожил он всего лишь 2 года. Немного. Но они были счастливыми для него. Его сбила машина. Как это произошло, это чисто случайность. Он никогда не выходил на дорогу. Вот там, за калиткой, можно было пролезть. Но если посмотреть старые блоги, у нас всегда она была закрыта вот той зеленой досочкой. Да и он никогда здесь и не обитал. Для него машина — это был большой страх. Он только услышит звуки машин, у него зажимались уши, и он убегал скорее домой. А сбили его на соседней улице. Не знаю, как это произошло, но как-то так. Как он туда выбежал, непонятно совершенно. Так выглядит с улицы боярышник. В блоге будет момент, когда я сходила к окулисту, но там вид из окна. Тоже будет, кстати, к окулисту я сходила, все нормально. Все отлично, капусту мы еще не убирали. Будем убирать на днях. Ну, ее вроде как должно прихватить морозом, а сегодня у нас был довольно-таки хороший мороз. Мы посадили чеснок. Вот. Что еще? Вчера мы ездили за грибами, это было 16 октября. Сегодня у нас 17 октября. Немножко покажу видов, какие грибы собрали. Собрали мы в основном польские. И белые, ведро белых грибов собрали, польские грибы собрали, и, ну так, немножко опят, сыроежки, да и все на этом. В общей сложности получилось 7 ведер у нас грибов, мы их переработали, ну, мама уже сделала маринованные грибы, делает дома сейчас. Вот такие, в общем-то, новости. Не очень-то веселые. Ну, узнаем, что будет. К концу октября я буду выходить на работу. Так уж, жизнь потихонечку наладится. Возможно, мы заведем нового кота, котенка. Не знаю. Мы посмотрим над этим. Мы пока что думаем. А вам желаю хорошего настроения. Дальше будут моменты. Поликлиники, в лесу природы. А на этом я прощаюсь. Всем пока-пока. Всем привет. А это вид из окна нашей поликлиники. Такое чувство, как будто весь город на ладони. Thank you.
Я пришла к окулисту. А там вон церковь, видно. Вышли на грибалку. Кто знает, что вот это за грибы? Вот это вот, что за грибочки такие? Их тут пруд-пруди. Так они выглядят с той стороны. Их тут до хрена таких грибов, но что это за грибы, без понятия. Вон они. Такая красота лесная. Такая красота в лесу. Каждый кустик разукрашен в свой цвет. Природа осенняя. В этом году очень много грибников. Смотрите, мухоморчик нашла. Мухоморчики. Там маленькие-маленькие сосны. И леса нас радуют. И пить-то во рту у меня все пересохло. Пить хочу. Такая красота. Мы набрали польские и белые грибы. Собрали уже 4 ведра где-то примерно. Успели заблудиться, потом найтись снова. В общем, потихонечку ищем еще польские грибочки. Вон там маленькие. А смотрите, сколько впереди мухоморов. Вот тут бы. Вот тут. И вот там еще маленький нас. Смотрите, сколько мухоморчиков впереди. А какие все красивые, гляньте. Мухоморы просто прекрасны. Ой, а вон маленький мухоморчик. Ой, какая красота. Красота, да и только. Да? Там еще мухоморы. Ух ты, это зонтик. Блин, если его сравнивать с такой рукой, вообще это глянь. Такой зонт. Все. Роман Борисович, домой поехал.